Позивний Чека. Він справді як козак на своїй чайці в БТРі проїхав, мабуть, всіма дорогами війни. Врятував десятки людей просто тому, що вчасно діставався позиції, незважаючи на обстріли. Миколаєвець Дмитро Дубовий до військкомату навесні 2014 року прийшов самостійно, просто стати на облік. А йому одразу документ вручили і направили на 10-денні збори на базі 79-ї аеромобільної бригади. Ці 10 днів перетворилися на рік служби в армії. 365 діб важких і емоційно, і фізично. Рік, коли на Сході тривали найзапекліші бої. Зеленопілля, численні оточення без можливості адекватно відповідати ворогу. Іловайський котел, Донецький аеропорт – все це бачив на власні очі Дмитро. Його служба почалась з місячних зборів в Херсонських лісах. Там одразу посадили на водовозку. Чоловік сумлінно крутив баранку, але ж це була не та посада, про яку з гордістю розповідають. І тоді він звернувся до командира. Товарищ полковник, говорю, так и так, говорю, вот если спросят, кем воевал, говорю, как-то водовоз, оно, ну, стыдно говорить будет, говорю, может, говорит, там, что-то мне там по боевее там предложить. Он такой говорит, я говорю, на большой технике до войны, как бы, там, работал экскаваторы большие, там, трактора. И он говорит, ну, хочешь, говорит, БТР-80 изучай, прямой экзамен. И будешь водителем, механиком. Говорю, хочу. Ну, то есть там набрал кучу литературы, там конспект составил, лишь бы только на БТР на этот попасть. Ну, да, все нормально, экзамен комбату сдал. Сказал, все, машина твоя, принимай, будешь меня возить. З Херсону на Донбас. В Луганській області сталася страшна трагедія, яку Дмитро пам'ятатиме все своє життя. Зеленопілля. Терористи рано вранці обстріляли градами табір українських військових. За 3 хвилини понад 30 загиблих. Звучить страшно, але це ті, кого змогли зібрати. Та близько сотні важко поранених. Там базувалися кілька військових підрозділів. Це було дуже тяжело. Ми туди їхали десь около 3 суток. То есть мы переезжали, наверное, с одного края Донецкой области в другой. Мы ехали 3 суток практически без остановок. Остановки только на дозаправку. Там, и вот на дозаправку там две колонны выстроилось. Посредине идет бензовоз, там кому соляра, кому бензин. И вот у тебя есть время как бы поспать, отдохнуть там минут 40, час. Я в машине один водитель, как бы у меня не было там смены, потому что машина командирская, и как бы там много офицеров было, то есть подменить меня некому не было. Потом приходилось эти 3 суток, 3 суток самому ехать, и туда я приехал, так очень сильно спать хотел, знаете, хоть спички хотелось в глаза повставлять, глаза закрываются. Где-то около 4 утра было, уже начало светать, только уже солнышко начало выходить, подниматься, и тут посыпалось. Я тогда вот понял, почему называется система «Град». Там слышишь первых только 2 снаряда, как прилетают, 2 ракеты, а дальше просто разгул грома сплошной, вообще ничего, только слышно, все, БТР там качается. В общем, лег на сиденье, правда, бронежилет на голову, думаю, ну, чтобы не так больно было, если попадет. И лежал, ждал, я думал, что вот сейчас попадет, потому что у меня реально машину качало. И думаю, ну сейчас вот сейчас точно попадет. И вот сейчас, ну, слава богу, пронесло. Меня с экипажа одного человека ранило. Он тоже спал сверху на броне, между кукушками. Ну так, легкое ранение. Он сам не понял, что там такое уже стоит. Говорит, ой, что за железяка с ноги вытащил? Железяка, тебя ранило, друг. Вот. Ну а потом уже там началось. Так было. Как картина тоже, я с башни вылазил, БТР мой весь пеплом покрыт, передо мной танк горит, стоит, а мы так плотно стали, ну, то есть практически мне выехать некуда было, ни взад, ни вперед, но назад можно было там 5 метров отъехать, и я понимал, что танк горит, мне как бы деваться некуда, попытаюсь его потушить, потому что если в нем начнет БК взрываться, то ты не спасешься просто. У меня 2 огнетушителя было. Я схватил один, а к танку не подойти, потому что у него бочка соляры сзади лежала, она ее пробила, она загорелась, разлилась, то есть горела земля возле танка. Я там одним огнетушителем сначала землю потушил, чтобы до танка добраться, а вторым уже пытался танк потушить. Ну, не получилось, потому что там внутри уже горел, туда пламя, я там руки опекал себе, пытался. Когда уже понял, что мне его не спасти, думаю, ну, отгоню свою машину хоть 5 метров, даст Бог целая останется. Запрыгнул в БТР,
А у меня машина как часики была, то есть, знаете, так как по пианино пальчиками пробегаешь, и она работает. Ну, то есть, ну, я запрыгнул в БТР, завел такой, осматриваюсь и понимаю, что я не в своем БТРе, что чужой БТР пустой стоит. Ну, как бы наш, как бы чужой. И такой думаю, ну, коль я уже в нем, то и его догоню, и там ехал, пока там не уперся в что-то сзади, ну, в технику какую-то. Потом перепрыгнул в свой БТР и смотрю, передо мной одна машина вышла, и у меня появился коридорчик, я смог выехать. И вот только мы выехали, там сразу мимо первого блиндажа проезжали, ребята выскочили, говорят, заберите раненых. Нам загрузили раненых, там полный десант. Это первая ходка. Они же потом попросили, там, говорят, дальше блиндаж, там тоже, говорят, наши. Подъедьте, говорят, если сможете, заберите. Мы вот это первых вывезли. В самом начале еще ребят вывел, броней прикрыл от нашего взрывающегося быка. Отвел их немножко в сторону, они окопались. Потом нашел капитана нашего. Говорю, комбат, говорю, где-то исчез. Говорю, вышел и нету. Кус. Он такой, говорит, я его, говорит, видел там с Майком. Я, говорит, вот тебе номер, я же звоню Майку, говорю, так и так, говорю, вы где, говорю, где комбат? Он говорит, машина с антенной, видишь, вот мы где-то возле нее, а там машина с антенной, такой, какой именно ехать? Ну так вроде выбрал, там одну подъезжаю, а там снова блиндаж, ребята, говорят, вот раненые, опять нам загрузили машину, вывезли. Ну это все еще, чтобы вы понимали, там все вокруг горит и взрывается, то есть там ну, так ходить просто ну, было нереально, потому что можно было просто погибнуть от разорвавшегося снаряда. Дмитро знайшов комбата, зміг вивезти його до тимчасового шпиталю, а потім знов пішов до розтрощеного табору, аби врятувати хоч якусь техніку. Повертаючись вже пішки, звернув увагу на землю і жахнувся. Навкруги безліч нерозірвавшихся снарядів. Машина, яку планував вивезти з поля бою, була вже непригідною. Аж раптом побачив бензовоз. Мысль сработала, думаю, неизвестно, насколько мы здесь застряли, а топливо нам надо, как бы. А рядом бензовоз уже там бочка, он с прицепом был, бочка была пробита, видно с нее соляра текла, и как раз в сторону, рядом кеттл горел с БТРом на прицепе. И я попробовал его вытащить. Ну, как бы машина большая, на такой ни разу не ездил, но сел там, рычажки, кнопочки понажимал, машина поехала, выехала, выгнал. Приехал тогда замкомбригу, говорю, я там, говорю, бензовоз пригнал, куда его? Он говорит, как пригнал? Говорит, а мы его пытались, говорит, у нас не получилось. Говорит, ну, плохо, наверное, пытались, говорю, у меня получилось, ну, хоть что-то спас. Вот, и потом тоже жесткая картина была, когда мы грузили этих всех раненых, мы тогда ждали помощи нам, мы пообещали два вертолета пришлют, прилетел только один, и то он прилетел, там, много времени прошло, потому что мы начали этих раненых, уже там тяжело раненых, сами организовывать колонну, чтобы их отправить. И мы в этот вертолет начали грузить самых тяжелых. Когда пилот уже там разобрал все оборудование, чтобы места больше было, уже показывают, места нету, говорит, а тут стоит еще очередь, тот без руки, тот без ноги, тот без глаза, там, знаете, так, как сказать, живая очередь из там покалеченных. И мы начали уже там между всеми этими лежачими, там, кто может стоять, между ними расставлять. И тут даже крайний парень на носилках не вместился. Он был очень тяжело ранен, у него там ног ниже колен почти не было. И носилки не вмещались, я одеяло с БТРа свое, там, мы его переложили в одеяло, ну, ему уже было не больно. То есть он живой, он глазами там, видно, что он там живот, глазами водил, но не понимал, что на нем, что с ним на самом деле. Шок, да. И мы его в одеяле, этот, так сказать, впихнули в этот вертолет уже, как дотрамбовали его, вертолет ушел. И мы тогда вернулись уже на Днепр, на позицию. Навкруги все чорне, земля горіла, а треба було виконати важку місію. Убитими зібрали 35 чоловік. Це тих, яких змогли зібрати. Допустим, я знаходив таких ребят, що там, допустим, тільки фрагмент туловища, там один там видно, що парень, похоже, під машину спрятався в момент обстрілу. Возможно, его контузило, и он не смог вылезти, машина загорелась, и он так вместе с ней сгорел. Также двоих под БТРом нашел, тоже ребята залезли под БТР, возможно, контузило, вылезти не смогли, вместе с машиной так и сгорели. Там снаряд один попал в палатку 24-й бригады, там человек 5 или 6, они даже, наверное, не проснулись, потому что они так и лежали в койках, мертвые.
Тяжело, это ж, как бы, бывали такие моменты, там, допустим, смотрел фильм «Лойка», вот, который журналист, я его в аэропорт завозил, тут так, я даже заплакал, когда первый раз вот он фильм свой, ну, там, интервью давал. Вот он проникся этим духом войны, то есть, он, знаете, он понял нас, как никто, там, находящихся там, на обороне этого аэропорта. Тогда вот, то есть, как бы, сильный не сильный, а все-таки слабинки есть. Зеленопілля стало першим настільки емоційним і тяжким випробуванням. Дмитро каже, навіть Донецький аеропорт згодом не був таким важким. Втім, до литовища Дмитро Дубовищев неодноразово був в оточенні по волі вищого керівництва, залишаючись живою мішенню для сепаратистів, як то було під Амвросівкою або на висоті граніт поблизу російського кордону. Ми спочатку самі не знали, що ми теж в окруженні. Тобто ми ходили ребят оттуда і з глибокого окруження виводили частями, там вони оттуда виїжджали, ми їм туди відправляли, це все під обстрілом, тобто що оттуда ребята їхали, деякі навіть плакали. От ми коли зустрічали їх, тобто ребята їдуть, можете представити, тобто пильні лица, це вони чорні повністю, і сльози видно було, як попромивали, що вони побачили своїх, так наконец-то вони місяць там жили, ну, були, не знали, що з ними буде. Тобто, вроде би, як ми туди пытались там конвої відправляти, пару раз відправляли конвої, там їду, провізію, там, то не всі конвої проходили. Красный Лиман тоже так было тяжеловато. Вот я вот так вспоминаю, это наши первые бои были, там мы защищали его. Тогда вот первый выезд был ночью. Буквально там нас полиция провела там до какого-то момента, потом сказали, ну дальше вы сами, там впереди наш блокпост. И только они там уехали, мы тут попадаем, первая засада у нас, 2 убитых, 16 раненых, это первая засада. Потом мы пошли еще дальше, вторая засада, это все как бы в один выезд, там тоже 2 200-х, 16 300-х, то есть так было нелегко, такой выезд у нас был. Но потом Красный Лиман, мы как бы его зачистили, там где-то возле него, вокруг него катались, зачищали. А потом, помню такой момент, по-моему, Снежное, там железнодорожный мост, как раз попали в такой период, что 25-я бригада его пыталась отбить, и мы как нас им в помощь кинули, и мы так, ну, не знаю, там знали командиры, нет, но мы пока шли к 25-ке, попали на, ну, даже сказать, блокпост сепаратиста, это, наверное, так слабенько сказать, там укрепрайон у них огромный, то есть мы попали, там дорога узкая, вокруг лес, кюветы глубокие, то есть развернуться вот только на этой узенькой дорожке, как бы боевой машиной большой, это очень тяжеловато. Еще когда попадаешь в засаду, как бы, ну, ты не ожидаешь, что здесь, там, тебя встретят плотным огнем. Там хаос начался, блин, там, все друг друга толкать, пока мы отступили, отошли. А в радиостанцию там 25-ка кричит помощи, ну, просит. Командиры там высокие кричат, давайте, давайте вперед, мы делаем туда второй заход. А перед этим отработала наша артиллерия, как бы помогла немножко, так погасила так активность сепаратистов, но они хорошо так попали, раскидали их эти блоки бетонные. То есть мы уже второй раз, когда туда дошли, мы, может быть, бы и дальше прошли, но мы уперлись в эти блоки, а БТРами их не переехать, как бы, понимаете. И мы снова такие стали, такой неплотный уже огонь был со стороны сепаратистов, отстреливались, поняли, что мы дальше просто не пройдем. И опять команда отступаем, и опять задним ходом давай отступать. Только на следующий день мы их обошли там, через лес, через реку, по деревянному мосту, по одной машине, чтобы мост не развалился. Поднялись на высоту и там где-то месяц держали, тоже так, с потерями. Это где-то вот район вот вокруг Славянска. Мы тогда в тот период катались. Попереду Дмитра було ще багато переїздів. Він добре пам'ятає всі бої, в яких взяв участь. І ми розкажемо про них, але в наступній програмі.